Правительство подготовило пакет законодательных поправок, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Объявление сделал премьер-министр Ион Кику после встречи с президентом Игорем Дадоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Это возврат НДС, накопленного аграриями для платежей по зарплатам и земельному налогу, субсидирование процентных ставок по кредитам. Торгово-промышленная палата сможет выдавать справки о форс-мажорных обстоятельствах. Разработанный проект мы передали для согласования в Международный валютный фонд. Кроме этого, планируется ввести мораторий на государственные проверки деятельности сельхозпроизводителей. Как заявил Кику, пакет поправок утвердят на ближайшем заседании правительства, после чего передадут парламенту. В пятницу, 14 августа, аграрии объявили о том, что приостанавливают протестные акции до октября, чтобы сосредоточиться на полевых работах. Их представители при этом подчеркнули, что не отказываются от своего требования увеличить компенсации. Правительство выделило на них 300 миллионов лев. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве уже принимает заявки на субсидии.